Да, дяхао. Меня зовут Алена, и это школа Мандарин. Мы уже с вами по-китайски радовались, но иногда в душе чоутьен, и хочется погрустить. Ниже мы собрали 10 необходимых для этой процедуры слов в китайском языке. Первое. Бугаосин. Букайсин. Что дословно значит «невеселый», «нерадостный». Это самая легкая степень выражения грусти или недовольства. О, ёлай ванла. Лаоши тхюбе бугаосинла. Я снова опоздал, и учитель был очень недоволен. Мэйци юдао букайсин де ши, та доу хуэй ся ю дуо цуо. Каждый раз, когда он грустит, он сидит совсем один в углу. Второе. Нанго. Дословно, трудно пережить. Это более весомый и часто встречающийся грустно в китайском языке. Бе нанго ле, хуэй хао чи лай де. Не грусти, все наладится. Третье. Шансин. Дословно, раненое сердце. Когда вам действительно больно внутри, сердце рвется на части и слезы омывают ваше лицо, это прилагательное как нельзя точно пишет ваше состояние. Мне было больно видеть его страдания. Четвертое. Бэйшан. Дословно «сокрушенный» или «раненый». Это слово объединяет в себе все вышеописанное обычно и выражает скорбь и горесть по умершим. Его мать была глубоко опечалена его смертью. Пятое. Юмэнь. Дословно «унылый», «хмурый», «тоскливый». Это слово сопутствует тоскливому и меланхоличному состоянию. Мэйжэн юаньи хэ во. Со мной никто не хочет разговаривать. От этого очень тоскливо. Шестое. Тунку. Дословно боль и страдание. Чаще выступает в речи как существительное мучение или горе и описывает тяжелые душевные муки. Та чэн тун син, пе жэн дэ тун ку. Он действительно сочувствует чужому горю. Седьмое. Мэн-мэн було, дословно, тоскливый и невеселый. Выразит ваше депрессивное настроение, угрюмое, скучное и до невозможного безрадостное. Цойдин, не цунши, мэн-мэн було, цамала. В последнее время ты такой угрюмый. Что случилось? Восьмое. Шиван. Дословно, потерять надежду. Это слово поможет вам выразить абсолютное разочарование и безнадежность в чем-либо. Я дико разочарован его выступлением. Девятое. Йоу-ю. Дословно ипохондрия, меланхолия и хандра. Если вас что-то тяготит до невозможности, мрачны на вид и вас настигло уныние, это прилагательное для вас. Кстати, в составе слова маниакально-депрессивное расстройство тоже есть этот иероглиф. Йоу-ю да сюан-лю, фу-вэй йоу-ю. Меланхоличные мелодии утешают во время тоски. 10. Чхоу мэнь. Дословно, беспокойство, угнетение, грусть и тоска. Используйте, если вам вздумалось сильно тосковать или умирать со скуки. Чхоу мэнь ши та жо нао. Его гложет тоска. Надеемся, что эти слова вам в большинстве своем и вовсе не пригодятся. Лучше радуйтесь, друзья, и улыбайтесь, учите китайский язык. А какие слова грусти знаете вы? Ставьте пальчики вверх. Всем пока. Зайдем.